согласна? Конечно. Неплохое колечко. Знаешь, сколько стоит? Ты же знаешь все лазейки в законах. Почему ты до сих пор не разбогател? Ты — это мир, который ты создал. Всем привет, это снова Гонза, и мы пришли на показ очередного фильма в кинопарк. Ну как, не сказать, что прямо очередного. Я думаю, что этот фильм, ну, если не будет знаковым, то, во всяком случае, он будет значимым. Потому что это новый фильм Ридли Скотта. Если вам, ну, как бы, не говорит ни о чем имя Ридли Скотта, то, в принципе, я и не знаю, о чем нам разговаривать. Но, чтобы сказать что-то конкретное, нужно посмотреть. Поэтому давайте смотреть, а потом обсуждать. Когда станет жарко, меня уже тут не будет. Что мне делать? Выхода нет. Это конец. Слишком поздно. Меня-то они не найдут, а вот тебя. Будет ли кровь? Нам столько и не снилось. Фильм напичкан очень крутыми диалогами, которые непонятно к чему ведут и от чего они исходят и вообще для чего они нужны там. Здорово снятое кино, есть классные диалоги, отлично снятые сцены. Видна работа режиссера, то есть, да, оператор здорово все снял. То есть много чего цепляющего, то есть ты смотришь с интересом. В общем, странное кино, в нем, не знаю, в нем нет как такового экшена, например, но есть очень много крутых диалогов. Ну вот за что его нельзя укорить, так это в недостатке, там, не знаю, актерской игры или там вообще недостатки хороших актеров, потому что их просто уйма. Первое впечатление, которое производит этот фильм, он сделан очень круто, но он сделан не так, чтобы поразить кого-то. Ридли Скотт, которому уже давно не надо ничего никому доказывать, собрал таких же людей, которые просто, ну, мастера своего дела. И они сделали такое кино, ну, как бы, кино для себя. Факт, что 80 или даже 90% всех, кто его смотрели, они поймут, о чем, собственно, была речь. Снова Гонза, снова Тунгус. Ждите следующих выпусков.